В районах области проводятся работы по полному выполнению всех требований карантина. Волонтеры со своей стороны оказывают всю возможную помощь нуждающимся землякам, а также тем, кто в эти дни вынужден стоять на посту. Вашему вниманию сюжет из районов. Как известно, усиленное калорийное питание – один из факторов укрепления иммунитета в это опасное время. Особенно важно это для тех, кто сейчас работает в зоне риска в медучреждениях и на блокпостах. Мы привезли обед для специалистов, которые в эти дни дежурят на блокпосту на границе нашего района и Сырымского. Мы выражаем огромную благодарность этим людям и таким образом хотим поддержать их. Также в районе ежедневно мониторят цены на продукты первой необходимости. В Шенгерлаусском районе активно поддержали эстафету республиканской акции «Без Бергемос». В нее включились местные предприниматели, депутаты, партийцы. Они сформировали продуктовую помощь 100 нуждающимся семьям. Уроженец Карагашского сельского округа, глава крестьянского хозяйства Бочарова Мухамеджан Естемиров помог односельчанам в сложный период. Он выделил одну лошадь, мясо которой раздали 12 семьям. Сам развез им по домам. А предприниматель села Ашисай Орынбасар Кушев собрал материальную помощь на 200 тысяч тенге и помог одиноким престарелым людям и 10 многодетным семьям. Таким образом, на сегодня оказана помощь 112 семьям в районе. Несмотря на временные трудности, наши земляки помогают нам держаться на плаву. В эти дни мы действительно ощутили, что мы вместе. Огромное спасибо всем, кто заботится о ближних и даже чужих людях. За время карантина в Тоскалинский район прибыли 287 человек. Из них 192 сейчас находятся на домашнем карантине. С 87 карантин снят. Термометрия, анкетирование и другие работы на блокпостах ведутся согласно всем требованиям. Врачи ежедневно докладывают обстановку в медучреждениях. При входе в поликлинику установлены антисептики для обработки рук. Раздаются бесплатные маски. Все медицинские работники района обеспечены в полном объеме средствами индивидуальной защиты. Текущая эпидемиологическая ситуация в районе на данный момент стабильная. Дефицита продуктов и других товаров не наблюдается. Супермаркеты района работают в штатном режиме. Получается, расстояние между покупателями 2 метра. Стоят при входе антисептики, весь персонал пользуется масками, имеются маски и перчатки. А цены все стабилизируются стабильно. Ажиотажа такого нет. На регулярной основе проводится дезинфекция улиц и социальных объектов. Алмагуль Джампиисова, Дастан Уразбаев, телеканал Акжаик.